На минувших выходных прошел очередной тур спартакиады трудящихся города Магадана. Соревнования, в которых участвуют коллективы, организации и учреждения областного центра, дают возможность проведения совместного досуга и повышения физической активности сотрудников, а также способствуют сплочению команд, что положительно влияет на результативность их работы. Ежегодные соревнования в прошедшем году были прерваны из-за случившейся пандемии. Этой весной коллективы с радостью принимают участие во всех видах спортивных состязаний. Вечерний Магадан посетил соревнования по боулингу в рамках спартакиады в торгово-развлекательном центре «Нагаевский». Раньше спартакиада трудящихся, она проводилась постоянно. И где-то в 2007-2008 году как-то все это прекратилось. И мы решили в 2018 году ее возобновить. То есть провели работу такую активную по привлечению людей. Ну и вообще изменился менталитет сейчас очень. Все очень стремятся заниматься активным спортом. И откликнулось очень много людей. Каждый год у нас принимает участие более 20 команд в спартакиаде. Ежегодно организаторы привносят новые виды соревнований. По их словам, так соревнования становятся более доступными и интересными для участников, даже маленьких коллективов и команд с разным уровнем физической подготовки. Участники рассказали вечернему Магадану о том, что перед соревнованиями им пришлось еще и выбирать, кто в их команде сильнейший в каждом из видов спорта, и проходить предварительный внутрикомандный отбор. К данному мероприятию наша команда готовилась заранее. Как минимум у нас был один отборочный тур, потому что желающих было больше, чем вмещает команда. По итогам двухдневного состязания трудящихся первое место заняла команда «Мэрия», второе «Сусуман Золото» и третье «ПСО МЧС».